Йо-йо-йо, всем привет, с вами Артём Спитфайр. Через Спитфайр мы готовимся через 20 минут у нас выезд в аэропорт. В Париж, Илист, Франция. Kill anybody. Мы уже прошли паспортный контроль. Lil Spitfire, через Spitfire. Spitfire, мама Лива. Queen Lil Spitfire. Смотри, стримы такие стайловые. Верили, что я это я, и заставили меня расписаться. Три куди, 6 маек, три кофты и один свитер. И он поворачивался. Yeah, boy! Макдоналдс! Вот Friends, Paris, kill anybody! Вам надо продержать это состояние еще 5 дней и не обосраться в воскресенье на команды и на сольниках в пятницу. Все нормально, все, короче, выиграют там это. Жрет уже. Блин, самолет! Вот мы закончим, все, спасибо, хорошего дня. I could be bomb, but I never got along with cops. Да, я буду в первый раз во Франции. Тебе уши заложило, когда ты летел? Да, очень жестко. Ты знаешь, что чем дальше лететь, тем выше подниматься, а это значит, что уши еще больше будут закладывать, и у тебя может случиться летальный исход. Я знаю. Мне страшно. Вожак впереди. Смотри. Эй, Пашуля, помаши! Где ты там? Где? Все ждут меня, говорят. Вася, без тебя не зайдем. Делегация от Украины идет. Я понял, что у нас есть еще одна задача. Растормошить маму Lil Spitfire. Потому что она очень сильно стесняется. В смысле? Буду как все, буду как все. Тюрюм-тюм-тюм. Я не знаю, почему люди говорят вау. Я хочу пойти пожрать. Ну, железяка стоит. Вау. Мне нравится, например, как вверху, видите, там такой луч, и он крутится. Мы вышли погулять. И сегодня мы увидели триумфальную арку. На самом деле, на видео она, возможно, не так круто выглядит, как Эйфелевая башня. А там Бургер Кинг 100 метров. Может, днем мы посмотрим и на вот это вот. Видите, там такой писюнчик торчит, вот, вот это вот. Знаете, в чем разница Парижа и Киева? Всем плевать. Что я слышу? Это постоянно как то Артём пукнет, то Лил, то ещё кто-то. А здесь я ни разу не слышу этого запаха. Хотя я уверена, что вы это постоянно делаете. Это Аквамен. Оу, май. Нет. Damn, boy. Damn, sister. Лучшее, что есть в Париже. В жопу вашей достопримечательности все. Это очень жестко. Лил, я снял. Да? Да. Итак, итог сегодняшнего дня. Это пятница. Номинация готов. Извини, я обнимаю своей женой. Но я волновался очень жестко. Конкрет, Мура, жесть. Гитал класс, я Феймусу говорю, гаси его. А он его взял и на пузо ему наступил, понял, типа. Ну, он послушался, короче, и выиграл. Это жесть, чуваки, я не знаю. Жестко. Очень жестко. Мне понравились готов, трики, киллов от конкрета. Короче, это было очень жестко. Те, кто говорят, что нельзя трогать и так далее, посмотрите батл Джокер против Брайанта. Это была отсылка к мамам, если что.
вот и путешествие для Блэк закончилось. Прощаются на дороге. Тут машины ездят, они на дороге прощаются. Аня, мой ассистент бывший. Давай, подсидел. Сам, давай. Тут кто-то срал? Нет, это Франчук разбилась. Я тоже его застрелала. Monsters in my head.